остров монументов. Интересно, зачем ее тут заперли? Даже в секретных конторах кто-то должен мести пол. Эти политики и ученые, они даже не думают, что при мне говорят. Я же для них неграмотный цветной служака. Но я уверен, они здорово боятся твари, которую держат наверху. Точно вам говорю, сэр. Они схватили тигра за хвост, а теперь не знают, что лучше. Ухватиться покрепче или сбежать. Что это? Что они делают? Наблюдали за ней.
Значит так, мистер Томпсон, сэр, я заменил все пробки, как вы и просили. Все лампочки прошлой ночью работали. Прошлой ночью. Ну вот опять. У нас по ящику пробок каждый день уходит на один только сифон. Я уж не говорю... О, господи! Там что-то случилось! А что за... Да что они с ней делают? Одно дело представлять себе будущее, и совсем другое видеть его. Я узрел семена пламени, что подготовится дом под нами к пришествию Господа. Но плоды этих семян пожнет Элизабет, не я. Я не доживу. Господь призывает меня к себе. Я чувствую его любовь в каждой опухоли, ибо они тот самый поезд, что отвезет меня на его станцию. И я поеду с радостью, зная, что Элизабет займет мое место. Но грядет лжепророк, желающий увести моего Агнца с пути истинного. И пока я не огражу дитя от его лжи, я не сяду на этот поезд. Это она. Задание становится все хуже и хуже. Что делает девочку особенной? Подозреваю, дело не в ней самой, а в том, чего ей не хватает. Там, откуда мы ее забрали, остается малая ее часть. Похоже, Вселенная не любит, когда одно блюдо смешивают с другим. Библиотека.
зараза. Так, я справлюсь. Слушай, перестань! Может, хватит? Прекращай! Я ничего тебе не сделаю! Кто вы? Меня зовут Дэвид. Я друг. Я пришел вытащить Ридос. Тебя отсюда. Вы настоящий. Еще какой? Он уже здесь. Вам надо уходить. Почему? Вы не должны быть здесь, когда вы... Минуточку, я одеваюсь! Я помогу тебе сбежать. Отсюда нельзя сбежать. Поверьте, я пыталась. Но невозможно быть таким нетерпеливым. Хватит! Как насчет этого? Что насчет этого? Это нам не поможет? О, что вы... Отдайте! Посмотрим. Кто ты? Зачем ты пришел? Сюда, скорее! Подожди! Поторопись! Вызови лифт! Что? Нажми на кнопку! Что это? За мной следили? Все время? Зачем? Зачем меня здесь держали? Что я? Что я такое? Ты так, кто вот-вот покинет эту башню! Сюда! Нужно торопиться! Сейчас он все здесь разрушит! Осторожно, Элизабет! Откуда ты знаешь мое имя? И сейчас! Там крик наверху! Отойди! Отойди! Куда? Вверх! Thank you.
надежда в чем? Девчонку, и долг будет прощен. Эй, Дэвид, ты там или нет? Что вам от нее нужно? У нас договор, Дэвид. Скажите, зачем она вам? Открывай, сейчас же! Вы причините ей боль? Что вам нужно?